Давно хотели изучить иностранный язык? Он вам необходим для работы, учебы или путешествий? Но вы не знаете, как начать? У меня для вас есть отличное решение. Сайт, где вы можете найти огромный выбор онлайн-преподавателей по самым доступным ценам. Более того, по моей промо-ссылке вы получаете 30% скидку на первый урок. Не откладывай на завтра. Начни изучать сейчас. Ссылка в описании под видео. Итак, как вы поняли, сегодня мы изучаем польский язык. Это урок для таких более уже продвинутых людей, которые хотя бы понимают уже суть польского языка, как он звучит. То есть здесь мы будем разбирать такие основные фразы, слова. И я буду использовать для этого данный ресурс, польский język.pl. Я нашел этот сайт, и вы знаете, мне показалось достаточно интересным обучение на этом сайте, поэтому если хотите, можете заходить на этот сайт, регистрируйтесь и проходите. Здесь достаточно большое количество уроков. Итак, поехали. Первый урок. Cześć, to ja. Итак, здесь видим картинки, и здесь есть фразы приветствия. Две колонки: неофициальное приветствие и официальное. Давайте прослушаем. Cześć. Hej. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam. То есть, как вы поняли, сначала произносилось неофициальное, потом официальное. Здесь прощание. Cześć. Na razie. Pa. До widzenia. До zobaczenia. Добранокс. Думаю, всем понятно. Честь. Пока. Наразе. До свидания. И па. Пока. До видзенья. До свидания. До зобачення. До встречи. И добранокс. Спокойной ночи. И прочие вежливые обороты. Проше. Дзięки. Проше. Проше бардзо. Дзięкуе. Дзięкуе бардзо. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Прошу, пожалуйста, дженьки, спасибо, прошу бардзо, это уже как официальное. Дженькуе и przepraszam. Поехали, следующее. Итак, здесь нам нужно вставить пропущенные слова. Давайте попробуем. День добрый, до видзеня, прошу бардзо, до зобачення, наразе, przepraszam bardzo и добрый вечер. Давайте проверим, правильно ли мы ответили. Да, видите, все правильно, мы с вами молодцы. Следующий пункт. Здесь будет такой диалог. Давайте прослушаем диалог. И после этого я дам короткий перевод. Cześć, jestem Ania. Hej, ja jestem Igor. Jesteś Polką? Tak, a ty? Jestem Rosjaninem. Ile masz lat? 17, a ty? 16, to jest moja koleżanka, ma na imię Julia. Cześć, mam na imię Igor. Cześć, jestem Julia, miło mi. Mi też. Czy jesteś Polką? Nie, jestem Ukrainką. Super, moja koleżanka też jest Ukrainką. To na razie. Do zobaczenia. Pa. Итак, думаю, многим даже интуитивно понятно, о чем идет диалог, но давайте посмотрим все-таки, как он выглядит на русском языке. Вот, смотрите. Привет, я Аня. Привет, я Игорь. Ты полька? Да, а ты? Я русский. Сколько тебе лет? 17, а тебе? 16. Это моя однокрупница, ее зовут Юлия. Видите, слово «коллежанка» – это как коллега, либо однокрупница. Привет, меня зовут Игорь. Привет, меня зовут Юля, очень приятно. Мане имя Юля. Чаш, мам на имя Игор. Естем Юля, мило ми. Видите, очень приятно, мило ми. Мне тоже. Ты полька? Чи естешь польком? Нет, я украинка. Супер, моя однокрупница тоже украинка. Ну пока, до свидания. То есть достаточно простой диалог. Поехали в следующую страницу. Итак, здесь нам нужно вставить пропущенные слова, которые все-таки мы слышали в предыдущем уроке. Давайте попробуем это сделать. Как вы видите, здесь есть такая клавиатура польская, открывается. Можно использовать ее, так как у меня на клавиатуре не все буквы. У меня обычная раскладка, поэтому я буду использовать дополнительно эту клавиатуру. Итак, cześć. Jestem Ania. Jestem Ania. Итак.
Здесь, если я не ошибаюсь, будет «Hey». «Hey, я jestem Igor». «Jesteś Polką?» «Так, а ты?» «Jestem Rosjaninem». «Ile masz lat?» Итак, «masz lat». 17, а ты? 16, то есть моя коллежанка. «Ma na imię Julia». «Ma na...» Итак, здесь нам нужно ставить имя и еще одну букву берем отсюда. «Mam na imię Julia». Здесь вставляем «cześć». И берем отсюда «чик», «чик», «cześć». «Mam na imię Igor». «Cześć, jestem Julia, miło mi». Милами. Ми теж. Чи єстеш польком? Ні, єстем українком. Супер, моя колежанка теж єсть українком. То наразі. До побачення. До побачення. Па. І так, прячемо клавіатуру, показати правильні відповіді. Нет, нужно проверить ответы. Да, как видите, все правильно. Мы с вами молодцы. Все получилось просто здорово. Следующий пункт. Итак, снова диалог. Давайте прослушаем. Далее разберем его. Dzień dobry. Nazywam się Jan Nowak. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Jestem Maria Gezus. Przepraszam, a ta pani? To jest Oksana. Tak. Ona nazywa się Oksana Tarasowa. Czy ona jest Rosjanką? Nie wiem. Rosjanką lub Białorusinką. A pan? Kim pan jest? Ja jestem Polakiem. A tamten pan? Czy pan wie, jak on się nazywa? Ma na imię Christian. A jak ma na nazwisko? Niestety nie wiem. Aha. Do widzenia. Do zobaczenia. Итак, диалог тоже, в принципе, достаточно интуитивный и все понятно. Но давайте я могу вам показать вот русский перевод, чтобы вам было более наглядно это видно. Итак, добрый день, меня зовут Ян Новак. Джен добре, называемся Ян Новак. Добрый день, очень приятно. Джен добре, бардзо ми мило. Есте Мария Гезус. Меня зовут Мария Гезус. Простите, а та дама? Шепрашам, а та пани? Это Оксана. То есть Оксана. Да, ее зовут Оксана Тарасова. Так, она называется Оксана Тарасова. Чи она есть россиянка? Она тоже русская? Не знаю, русская или белорусская. Не вем, россиянка або белорусянка. А пан? Ким пан есть? А вы кто? Я естем поляком. Ну, дальше не видно, буду вам. А тот господин, вы знаете, как его зовут? Его зовут Кристиан. А как его фамилия? К сожалению, я не знаю. Угу. До свидания. До свидания. А як мана назвиско? То есть достаточно интуитивный диалог, здесь можно даже на нем не останавливаться. Итак, следующий пункт, нам снова нужно вставить с вами пропущенные слова, выражения из диалога. Итак, джен добры, называмще Ян Новак. Джен добры, бардзо ми мило. Очень приятно, бардзо ми мило. Естем Мария Гезус. Шепрашам, а та пани, то есть... Оксана. Так, она називається Оксана Тарасова. Чи вона є росіянком? Не вім, росіянком лю білоруском. А пан? Ким пан єсть? Я єстем поляком. А там тен пан? Чи пан ві, як он ще назива? Мана ім'я Крістіан. А як мана назвиско? Нестети не вім. К сожалению, не знаю. Нестети не вім. Ага, до відзення, до побачення. Проверяем ответы, все ли правильно. Да, мы справились с вами достаточно неплохо. Следующий. Итак, следующий диалог. Как вы видите, здесь идут диалоги приветствия, фразы для приветствия. Как вам себя представлять? Давайте прослушаем, как это звучит на польском языке. Mam na imię Piotr. Nazywam się Piotr Stawski. Mam 20 lat. Jestem Polakiem. Ona ma na imię Swietłana. Nazywa się Swietłana Gorska. Ma
19 lat. Jest Ukrainką. Oni mają na imię Władimir i Artem. Nazywają się Baganow. Mają 18 lat. Oni są Białorusinami. One mają na imię Waleria i Alina. Nazywają się Stepanow. Mają 17 lat. One są Ukrainkami. Итак, как вы заметили, тоже достаточно все просто. Хотел бы такой сделать небольшой акцент. Смотрите, здесь они, это мужчины. Если есть в компании женщин даже один мужчина, говорится они. Если только женщины, говорится они. И поехали дальше. Итак, нужно вставить снова пропущенные слова с предыдущих диалогов. Итак, поехали. Я мам, на имя Петр. Называем еще Петр Ставский. Итак. И здесь снова нужно открывать клавиатуру и вставлять пропущенную букву. Называем еще Петр Ставский. Мам 20 лет. Я естем поляком. Она ма на имя Светлана. Назива ще, и снова вставляем, назива ще Светлана Горска. Итак, закрываем клавиатуру. Она 19 лет и есть украинком. Проверяем. Да, все здорово. Так. Jeszcze jeden krótki dialog, dawajcie go przesłuchajmy. Cześć, co słychać? Cześć Paweł, w porządku, a u ciebie? Dziękuję, bardzo dobrze. To jest mój kolega Piotr. Miło mi, jestem Kasia. A ja nazywam się Piotr Karski. Bardzo mi miło. I tak, здесь основные takie słowa. Cześć, co słychać? Привет, как дела? Cześć Paweł, w porządku, все в порядке. A u ciebie? A u тебя? Dziękuję, bardzo dobrze. Спасибо, очень хорошо. Дальше вы все уже знаете, в принципе, из предыдущих уроков. Итак, здесь нам снова нужно вставить такие пропущенные слова. Итак, поехали. Чещ, что слыхач? Чик. Каша отвечает «Честь», если не ошибаюсь, «Честь». И «Честь». Павел, в пожонку, а у тебя? «Честь», а у тебя? Дзинькую, бардзо добже. Так, добже. Каша, мило ми. Так, снова нам нужно открыть клавиатуру. И здесь поставим прям букву О. Мило ми, есть там каша. А я называм ще. Называм. И здесь вставляем ще. Называм ще. Называю себя. Называм ще. Чик. Петр. Бардзо ми. Мило. Чик. Чик. Так, давайте проверим. Показать правильный ответ. Нет, проверить. Ок. Сделали небольшую ошибку. Да, я пропустил букву C. Да, вот так. Проверить ответ. Так. И здесь я, да, не вставил. Не ту букву L поставил. Чик. Вот теперь будет отлично. Смотрите. Чик. Да, чаешь, что слыхаешь. Отлично. Следующее. Что слыхаешь, як ще маш? Давайте прослушаем, как вы видите здесь, как составляются вопросы. Як ще маш? Вспаняле. Як там? Супер. Як там? Świetnie. Jak leci? Świetnie.
Co słychać? W porządku. Co u ciebie? Dobrze. Co u pani? Bardzo dobrze. Co u państwa? W porządku. Jak się masz? Tak sobie. Jak tam? Źle. Jak tam? Fatalnie. Jak tam? Źle. Jak leci? Fatalnie. Co słychać? Tak sobie. Co u ciebie? Nic nowego. Co u pani? Nic nowego. Co u państwa? Nic nowego. Как вы видите, да, как составляются вопросы и как отвечать на такие вопросы. Давайте прослушаем небольшие диалоги. Cześć, jak się masz? Wspaniale, a ty co u ciebie? Świetnie, wszystko w porządku. Dzień dobry, co u pani słychać? Nic nowego, a co u pana? Tak sobie. I последnie. Hej, jak tam? Jak leci? Super, a u ciebie? Źle, fatalnie. Итак, как вы поняли, можете это остановить на паузу, записать. Это действительно отличные вопросы, отличные ответы, которые можно использовать в повседневной жизни. Следующее. Теперь закрепим то, что мы изучили. Итак, co u ciebie, jak leci, jak się masz. Dziękuję. W porządku. Спасибо. W порядке. Co u pani? Tak siebie. I co słychać? Давайте проверим эти ответы. Чик. Все идеально. Итак, это цифры. Сколько... Как ответить сколько? Поехали. Вот видите, здесь колонка от 1 до 10, а здесь от 11 до 20. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все просто. Здесь просто до каждого из этих слов добавляем наще. И получается следующие цифры. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Думаю, все понятно. В принципе, они в чем-то похоже на русские, поэтому, думаю, проблем с этим не возникнет. Поехали дальше. Итак, здесь нужно нам ответить, сколько же это будет. 11 плюс 3, 14, правильно. 5 плюс 2, 5 плюс 2, 7. 10 плюс 7, 10 плюс 7, 17. 19 минус 6. 19 минус 6 получается 13. 20 минус 9. 20 минус 9 получается 11. 18 минус 10. 18 минус 10 получается 8. 11 плюс 4. 11 плюс 4 получается 15. 15. И 5 плюс 8. 5 плюс 8 получается 13. И давайте проверим же. Да, как видите, все отлично. Здесь вы можете прочитать про Польшу, то есть такие исторические факты, географические, я бы более сказал. Но у нас изучение польского языка, поэтому поехали дальше. Итак, снова диалог, уже связан более с цифрами.
Ile to jest 10 plus 10? 20. Bardzo dobrze. A ile to jest 19 minus 6? 12. Niestety źle. A 17 minus 9? 8. Świetnie. Ну, как вы поняли, здесь все достаточно просто. Или это есть 10 плюс 10. Сколько это? 10 плюс 10. 20. Очень хорошо. Бардзо добже. А или это есть 19 минус 6. Сколько будет 19 минус 6? 12. 12. Нестете зле. К сожалению, неправильно. А 17 минус 9. А 17 минус 9. 8. 8. Шведне. Прекрасно. И здесь, как вы видите, есть тот же самый диалог, но нужно поставить все в правильной последовательности, как это было перед этим. Итак, давайте попробуем. Или это есть 10 плюс 10? 20. И она отвечает «бардзо добже». А или это есть 19 минус 6? Девочка ответила 12. И учительница отвечает «Нестете зле». А 17 минус 9 – 8. Шведне. Чик. Проверяем. Да, как видите, все подчеркнуто зеленым. Все правильно. Итак, в следующем задании, как вы видите, нам нужно ответить на вопросы и поставить, правда это или ложь. Правда, фальшь. Поехали. 10 плюс 9 есть 12. 10 плюс 9 есть 12. Это ложь. 8 плюс 4 есть 12. 8 плюс 4 есть 12. Правильно. 5 плюс 9 есть 15. 5 плюс 9 есть 15. Это ложь. 14 минус 7 есть 7. 14 минус 7 есть 7. Это правда. И 19 минус 8 есть 11. 19 минус 8 есть 11. Это правда. Проверяем ответы. Да, все зеленым, все правильно. Поехали дальше. Здесь нам нужно вставить недостающие слова. Например, 11, 16. Давайте прослушаем и будем вставлять то, что не хватает. Katarzyna ma 17 lat. Давайте вставим 17. На чик. 17. Я скопирую это наще, чтобы после вставлять его в последующие слова. Поехали дальше. Ile to jest 2? Dodać 10. To jest 12. 2 dodać 10, 12. Piszemy 2 i wstawiamy naście. 12. Marek ma 18 lat. 18. 18. I ostatnie. Ile to jest 19 odjąć 4? To jest 15. Итак, снова используем нашу клавиатуру. 15. Итак, момент истины. Проверяем. Все отлично, видите? Все правильно. Итак, снова у нас примеры того, как вы можете представляться, как задавать вопросы. Як ты маш на имя, или пан малат? Давайте прослушаем это с польским произношением. Як маш на имя? Як маш на назвиско? Як пани ма на имя? Як пани ма на назвиско? Иле она ма лат? Як пан ма на назвиско? Иле маш лат? Иле пан ма лат? Иле он ма лат? Итак, как вы поняли, это были вопросы. Давайте прослушаем дальше. Як маш на имя? Мам на имя Дарина.
Jak masz na nazwisko? Mam na nazwisko Bogdanow. Ile ona ma lat? Ona ma 18 lat. Ну, как вы видите, все достаточно просто, все составляется по обычным стандартам. Поехали дальше. Итак, мам на назвисько Геріков. Мам 17 лат. Маш на ім'я Оксана. Як маш на ім'я? И последнее. Іле он малат. Проверяем. Все, как вы видите, достаточно просто и увлекательно. И снова, так сказать, мы представляем себя. Я естем, он есть. То есть, кем мы есть по национальности. Давайте прослушаем примеры. Jestem Polakiem. Jestem Rosjaninem. Jestem Litwinem. On jest Ukraińcem. On jest Litwinem. Он есть белорусином. Они са поляками. Они са россиянами. Они са украинцами. Они са литвинами. Они са белорусинами. Jestem Polką. Jestem Rosjanką. Ona jest Ukrainką. Ona jest Litwinką. Ona jest Białorusinką. One są Polkami. One są Rosjankami. One są Ukrainkami. One są Litwinkami. One są Białorusinkami. Как вы видите, все просто. Используется они, он, это что я вам говорил ранее. Они о мужчинах, женщинах. Если в компании есть, в компании женщин, есть хоть один мужчина, используется они. Если только о женщинах, то они. И поехали дальше. Здесь как составляются вопросы. Кто то есть? Полак? Полка? Rosjanin? Rosjanka? Czy to jest Polak? Czy to jest Polka? Czy to jest Rosjanin? Czy to jest Rosjanka? Kim on jest? Kim ona jest? Kim oni są? Kim one są? I pojechali dalsze. Думаю, здесь все понятно. Możecie stawić na pauzu, zapisać. Эти вопросы, как они формируются. Итак, здесь из предложенных вариантов нужно выбрать правильный. Давайте попробуем. Чи он есть? Итак, смотрим. Он. То есть это единственное число. Он белорусинен. Он белорус. Чи оне сон. Оне это только о женщинах, как мы говорили. Множественное число, поэтому украинками. Та пани есть польком. Та пани есть полька. Тен пан есть россиянином. Мы естешми, множественное число, выбираем литвинами. И он и сон тоже только о женщинах, как вы поняли, снова вставляем литвинками. Итак, момент истины. Все правильно, видите? Поехали дальше. Итак, здесь мы можем просмотреть, как соединяются местоимения и именительные падежи. Я, ты, он, она, оно, тен, та, там, та, мы, вы, они, оне. Итак, давайте прослушаем, как это звучит. Nazywam się Igor Bezus. Nazywasz się
Igor Bezus. Ten chłopak nazywa się Igor Bezus. Tamten pan nazywa się Igor Bezus. Nazywam się Witalia Bezus. Nazywasz się Witalia Bezus. Ta dziewczyna nazywa się Witalia Bezus. Tamta pani nazywa się Witalia Bezus. My nazywamy się Igor i Witalia Bezus. Wy nazywacie się Igor i Witalia Bezus. Wy nazywacie się Igor i Witalia Bezus. One nazywają się Witalia i Natalia Bezus. Oni nazywają się Igor i Witalia Bezus. Отлично, давайте пройдем дальше. Можете ставить на паузу, записать эти местоимения, как это соединяется. Поехали дальше. Итак, здесь нам нужно вставить правильные местоимения в пропущенные поля. Итак, я называмще, он называще, ты называще, давайте буду сюда копировать. Вы называчеще, они называемще, и мы называемще. Итак, момент истины. Проверяем ответы. Эх, как вы видите, мы что-то допустили ошибку. Давайте так. Здесь просто, наверное, не нужно было запятую. И здесь что-то не так. Они, возможно, просто пробел в начале лишний. Да, в начале просто был лишний пробел. Поехали дальше. Следующий пункт. Снова здесь мы можем видеть, как строится окончание в каждом из местоимений. Давайте прослушаем, как это будет звучать. Jestem. Jesteś. Jest. Jesteśmy. Jesteście. Są. I tak, wy поняли, следующую колонку. I mieć. Mieć. Mam. Masz. Ty masz. Ma. On ma. Mamy. My mamy. Macie. Wy macie. Mają. Oni mają. Nazywam się, nazywasz się, nazywa się, nazywamy się, nazywacie się, nazywają się. Wiem, wiesz, wie. Wiemy, wiecie. Ведом. Итак, думаю, как обычно, вы можете ставить на паузу, записывать. А мы едем дальше. Итак, снова упражнение на закрепление материала. Итак, я jestem россиянином. Чи ты маш на имя Виктор? Так, давайте пойдем с конца. Чи вы jesteście белорусянами? Они не есть. Они не ведзо, или это есть. Они, сон, они, это множественное число, используем сон в множественном числе. Они сон украинцами. Называмще Виктор Топасов. Чи ты... Веш, кто-то есть, и они маем 16 человек. Итак, проверяем. Да, как вы видите, все правильно. Мы справились.
Итак, в этом упражнении нам нужно написать правильные формы глаголов, которые вот эти указаны в скобках. Być, one — это множественное число, поэтому используем son. Son, используем клавиатуру, добавляем букву son. Ева — меч, на назвиско лецка. Ева — ма, на назвиско лецка. Петр — не и веджич — знать, веджич — кто-то есть. Петр не ве, Петр не ве, кто-то есть. Я — мам, я мам, 15 лет. Вы — естеще — быть, а вы — естеще. Вы естеще поляками. Ким есть тен хлопак? Итак, ким есть тен хлопак? Они не веджич или это есть? Они не ведзом. Вед. И снова используем клавиатуру. Они не ведзом. И последнее. Чи. Ты веш, кто-то есть. Так, давайте проверим. Так, не допустили ни одной ошибки. Просто здорово. Поехали дальше. Итак, здесь нужно отметить слово, которое мы слышим. Давайте вместе послушаем и будем параллельно отмечать, какое слово мы слышим. Том, дюк, коза, акат, роба, коне, иса. Ну, мне кажется, это так. Давайте проверим. Да, все отлично, все правильно. Итак, вставьте пропущенные буквы. Итак, как я понимаю, это цифры, поэтому вставляем 20. Итак, 8, 4, 3, 3, 11, 11 и 5, 5. 5, 11, 3, 4, 8 и 12. Точнее, 20. 20. Поехали дальше. Да, проверим. Все правильно. Поехали дальше. Итак, как видите, в этом упражнении достаточно уже более продвинутый уровень. Нужно ввести нам самостоятельно, перевести эти предложения на русский, на польский язык. Итак, как тебя зовут? Як маш на имя? Да, подходит, поэтому вводим. Як маш на. И снова наша клавиатура нам в помощь. Як маш на имя? Итак, меня зовут Юлия. Мам на имя. Мам на. Давайте отсюда скопируем. Мам на имя Юля. Сколько тебе лет? Иле. Так, Иле. Очень похоже просто. Показалось, что два раза написал. Иле. Маш. Лад. Чик. Так, мне 17 лет. Мам 17 лет. Мам, как я понимаю, нам нужно здесь просто ввести цифру 17. Мам 17 лет. Кто это? Кто то есть? Кто то... Ой-ой-ой. Не туда. Кто то есть? Ой-ой-ой. Есть. Вот так вот. Меня зовут Игорь Смирнов. Итак, здесь достаточно просто, думаю, вы помните. Называм ще
Називам. Ще. Знову наша клавіатура. Іде в бой. Називам ще. Ігор Смірнов. Моя фамілія Бродка. Мам. Я мам. Здесь на. Назвиска. Назвиско. Привет. Что слышно? Чаще. Снова нужно открывать клавиатуру. Чаще. Со. С. Слыха. Слышать. Ничего нового. Ниц новего. Ниц новего. Закрываем клавиатуру. Давайте проверим. Надеюсь, все правильно. Проверить ответы? Нет. Итак, кто это? Кто? Наверное, что-то здесь лишнее. Пробел, наверное, какой-то лишний. Проверить ответ? Да. И слово слыхач. Да, мы здесь пропустили одну букву. Вот так. Со слыхач. Да. Все правильно. Итак, на этой странице вы можете ознакомиться с гербом Польши, прочитать про него, можете прочитать про флаг, что он состоит из двух равнозначных частей, белой и красной. Можете прочитать, вот белый есть символом чистости, лояльности и покоры. Думаю, это понятно. Натомість червень символизует милость, дельность и посвящение. Ну, думаю, здесь вы разберетесь. Также рассказывается вот про гимн польский, про гимн польский. Есть польская песня патриотичная, Мазурек Добровского. Ну, ознакомьтесь, прочитайте, можете включить перевод вот из сайта Википедии. И, в принципе, это все. Здесь дальше нету страниц. Это был такой первый урок. Сейчас еще проведем дополнительные. Есть дополнительный курс. Сейчас вернуться к странице курса. И здесь есть, вот видите, здесь есть большое количество уроков и дополнительные упражнения именно к этому первому уроку. Давайте пройдем это упражнение. Лекция первша. Мам, добрый день. Всего 13 страниц. Давайте попробуем. Co слыхач? Co слыхач? Ниц нового. Co слыхач? В пожонку, в порядке. Як там? Бардзо добже. Як лечі? Так собі. Так сі. Це у тебе? Що у тебе? Мило мі? Очень приятно. Проверяем. Так, все отлично. Итак, давайте пройдем здесь. Нужно указать правильный ответ на данный вопрос. Co слыхач? Как дела? Швітне, отлично. Так себе, в порядке. І пожондек, зле, спаняле. І дякую, дуже добре. Думаю, це правильні відповіді. Давайте перевіримо. Як ви бачите, щось відповідно неправильно. Так, і так себе. Да, вот так буде правильно. Швітне, в пожондку, так собі, зле. Вспаняла и дякую, бардзо добре. Поехали дальше. Итак, заполните вопросы словами из списка. Кто-то есть. Кто это? Кто-то есть. Як она ма на назвиско? Дарикова. Ким есть Дарина? Она есть белорусянком. Іле лат ма Дарина? Іле. И чи то есть Дарина? Так, то есть Дарина. Проверяем. Да, все правильно. Так, поставьте в правильном порядке слова согласно категории. Он и они. То есть он есть и они сон. Единственное число и множественное. Давайте попробуем. Давайте сначала единственное. Полякам. Украинцам. Чехам. Немцам. Литвинам, казахам,
Так, длинами множественное число. Она не хочет идти иногда поляками, украинцами. Так, нужно немножко подождать. Поляками, казахами. Хорошо, потом мы тебя бросим туда. Так, белорусянами. Чик. Сюда. Россиянином. Россиянинами. Иногда нужно их бросать в разном порядке. Не хотят все сразу идти. Чик. И чик. Проверяем. Отлично. Следующее. Они сом, оне сом. Как вы помните, они это для мужчин, оне только для женщин. Белорусянками, понятно, это женщины. Украинками тоже женщины. Французами мужчины. И казахами. Полками. Украинцами. Поляками. Французками, белорусянами, чехами, россиянами, чешками. Не хочет пока идти. Немками. Может, немки пойдут? Немки тоже не хотят. Россиянки, может, пойдут? Казашками. Ну, давай же. Литвинки, может, пойдут? Литвины пойдут сюда? Ну, отлично. И немцы пойдут сюда? Отлично. Ну, давайте, хоть кто-то из вас пойдет сюда. Отлично. Литвинки? Отлично. Казашки? Не хотят. Немки? Эх, чешки? Ну, давайте же. Ну, ребята, ну, хоть кто-то. Отлично. Отлично. И последний. Отлично. Проверяем. Да, все правильно. Следующий. Итак, здесь нам нужно заполнить предложение названиями национальности. Например, он есть англиком, они сон англиками. Итак, здесь я вижу написано Украина, значит это украинцы. Он есть украинцем, укра-и. Здесь нам нужно выбрать букву Н. Итак, украин. Цем. Сразу скопируем. Ctrl-C. Они сон украинцами. Украинцами. Итак, здесь вижу написано Poland. То есть он есть поляком. И закроем клавиатуру. Они сон поляками. Поляками. Здесь Russia, Россия. Он есть россиянином. Итак, попробуем это написать. Россиянином. И они сон россиянинами. Давайте это скопируем прямо сюда. Россиянинами. Итак, момент истины. Эх. Сделали одну ошибочку. Давайте посмотрим почему. Потому что нужно было написать россиянами. Россиянами. Давайте еще раз попробуем. Россиянами. Проверить. Отлично. Россиянином, россиянами. Следующее. Итак, на данной странице нам нужно выписать, согласно примера, правильные формы мужского и женского родов. Он есть поляком, она есть польком. Он есть россиянином, она есть россиянинком. Давайте попробуем. Так, россиян, россиянком. И букву нам нужно ставить. Россиянком. Она есть россиянком. Так, она есть литвинком, он есть литвином. Литвином. Они сон украинцами, они сон украинками. Попробуем.
Украинками. И он есть белорусянин. Попробуем это написать длинное слово. Б-А. Вставляем букву Л. Он есть белорусином, она есть белорусинком. Они сон поляками, они сон полками. Полками. И он есть украинцем. У-К-Р-И. Украинцем. Она есть украинком. Проверяем. Отлично. Итак, в данном примере нам нужно написать правильное предложение согласно примеру. Вот данные слова, и нужно поочередно составить из них предложение, чтобы оно звучало правильно. Итак, как я вижу правильно, первое будет як. Як ще назива та пані. Давайте. Як ще назива. Та пани. Можем сразу проверить, можем потом. Давайте потом все вместе уже проверим. Итак, здесь как всегда як. Так, як панство маем на назвиску. Давайте так. Ctrl-C. Так, здесь пробел видел, скопировался. Так. Маем на назвиска. Так, мы есть приставка не, значит мы не естешме россиянами. Хорошо. Чи ты естеш полякам? И то есть моя коллежанка Олена. Итак, момент истины наступает. Эх. Здесь, наверное, просто есть какой-то пробел. Да. Просто был пробел. Отлично, мы справились. Давайте следующую страницу, следующее упражнение. Итак, послушайте и дайте ответ, является ли предложение правдивым или неправдивым. Ну, как видите, у меня нету этого пункта, чтобы слушать. Наверное, что-то не работает. Если у вас работает, можете прослушать это. Так, послушайте и запишите недостающие слова. Ну, как я понимаю, у меня снова нету этого пункта, чтобы прослушивать. Но давайте можем попробовать просто интуитивно ответить. Так, як маш. Маш на имя. Мам на имя. Ими. И снова. Наша клавиатура идет в бой. Мам на имя. Честь. Цо слыхач. С. Л. Х. И. Ч. Что слышишь? Я так понимаю, здесь нужно вставить джинкуя. Чик. Ой-ой-ой. Джинкуя. Як они ще... Наверное, будет называем, скорее всего, так как в предыдущих всех примерах было примерно это. Як они ще називаем. И в конце называем. Як они ще называем. Нестети не вем, кто то есть. Нестети не вем, кто то есть. Проверяем. Эх.
здесь что-то не так. Так, и слыхач. Снова мы пропускаем эту букву. Который раз уже, который раз. Слыхач. Следующее. Итак, выберите правильное слово из списка. Не вем, кто-то есть. Есть там на имя Катя. Чи они... Они, видите, множественное число. Они сон украинцами. Олег и Игорь не называем, не маем сон. Олег и Игорь не маем на назвиско Смолар. Та пани есть россиянкам. Чи вы вече? Что то есть? Вы знаете, что это есть? Чи вы естеще? Вы естеще белоруссиянками? Да. И не вем иле машлат. Да, все правильно, проверяем. Эх. Мам на имя Катя. Да, отлично, правильно. Эх, ну думаю, да, там правильно. Могу специально для вас вернуться, чтобы показать предыдущее. Смотрите. Мам на имя Катя, проверить. Да, правильно. Итак, это последнее, 13-е на сегодня. И, как обычно, нужно написать, согласно примеру, правильные формы глаголов, которые приведены в скобках. Например, они питаем. Я что делаю? Кохам. Кохам. Ты читаешь. Ты читаешь. Он слуха. С. Он слуха. Мы оглендач. Мы оглендамы. Давайте скопирую, чтобы оглен. Да, мы. Я помьентач. Я помьентам. Давайте тоже помьентам. Вы мешкач, вы мешкача. Мешкаче. И они шепрошаем. Они шепрошаем, и ты питаешь. Ну, итак, момент истины. Закроем клавиатуру, проверять ответ. Да, все отлично, все правильно. Как вы видите, дальше нет уже ничего. Возвращаемся к странице курса. Ну и видите, это курс польского языка А1. Всем, кому было полезно это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и можете проходить курсы сами, либо далее я буду выпускать подобного плана видео, чтобы вы могли изучать польский язык. В принципе, всем, кому было полезно видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем хорошего дня. Пока!